moje rysy nie tak hrozí. Концерт, который был в моей жизни, потому что я никогда не видела настолько классного артиста, который бы так поднимал действительность. Столько позитива на год вперед хватит. На самом деле, да, Мика очень позитивный. Я знала 3,5 песни, наверное. Нет, может, 4,5. Но подпевала всем, потому что на самом деле очень важно, как человек ведет себя на сцене. А он вел себя просто как профессионал настоящий. То есть это был и драйв, это были русские разговоры, это было миллион позитива, танцы, это были какие-то костюмы, это были какие-то элементы шоу. То есть вы получали очень много, много позитива. И человек, который смог выделить слово «потрясающе», я считаю, что просто ему надо сразу же Нобелевскую премию давать.